Маленькое продолжение той истории, которая была. Всем привет. Маленькое продолжение истории с компанией возле этого детского центра. Ну, уже прошло 2 дня, там я заснять не успел, что там после компании осталось. Мы и так видели, что там достаточно таки много было мусора. Зато, наверное, вчера я просто, ну, как бы, не было времени снимать. Зато вчера кто-то здесь тоже неплохо посидел. То ли им здесь медом помазано, то ли не пойму. Вокруг куча лавочек, красивая природа. Почему именно здесь? Надо обязательно висеть и сорить, просто сорить. Ну, вот так вот мы и живем. Так вот мы и живем. То, что было не убрано, добавилось нового. Ну, как я говорил, в клумбе здесь вообще капец. Просто вокруг еще убирают, а в клумбе понятно, что никто там сильно рыться не будет, кроме работников самого этого детского центра. Так как сейчас выходные, тут никто ничего не делает. И вот последствия вот этих вот 2 тусовок уже видны. Ну, как бы просто явно. Такие вот дела. Что могу сказать? Блин, люди, будьте чуть-чуть как бы культурней. Блин, просто-напросто не надо этого делать, вот, по крайней мере, вот возле таких вот заведений. На природе. Ну, мы же все здесь как бы живем. Ладно, вам на себя пофиг, ну, на детей-то, блин. Можешь как-то о них подумать. Вот сюда будут люди идти. Вот. Ну, могут поубирать. Ну, а вообще, вот представьте, вот после вас сразу кто-то идет. И вот видит вот эти вот все движения. И чему этот ребенок научится? Если он с самого детства впитывает в себя весь вот этот негатив, который вы оставляете для него, наследствие такое неплохое. Хорошему никто не учит в последнее время, только плохому. Ладно, что тут говорить? Вот такие вот ситуации, такие вот дела. Так мы отдыхаем, так мы друг на друга забиваем. А друг на друга это еще ладно, вот на наше новое поколение, на детей. Вот, вот здесь, вот на природе, там то, что я показывал, тоже просто-напросто. Ну, он уж будет как бы там сотни лет лежать, и наше поколение там будет тоже отдыхать. Если мы не убираем, то они подавно не будут убирать, потому что они научены вами же вот так вот себя вести. Ладно. До следующих выпусков Dark Side. Подписывайтесь на канал, буду стараться показывать здесь негативные стороны людей, которые нас окружают. До новых встреч в эфире.